Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Синан давит на Хазан, и та через некоторое время понимает, что он не терял память. Хазан приходится склонить головы перед угрозами Синана, чтобы не потерять Ягиза. А Ягиз уверен в том, что отец прячет Кариме, начинает втайне выяснять про Джемаля Йылдыза. Все спланировав заранее, Кудрец завоевывает доверие Гекхана. С другой стороны, загоняет в угол Ясимина. Он вызывает большую опасность для семейства Эгимен. Фазилет, не выдержав страдания Хазан, начинает опасную игру. Материнский инстинкт бросает Фазилет в руки Ясимин. Но и для Ясимин и Фазилет есть единственный шанс для спасения. Синан видит видеозапись предательства брата. Теперь игра вместе становится еще более жестокой, а Фазилет, увидев перед собой Кудрета, неожиданно сталкивается со своим прошлым. А посмотреть 47-ю серию турецкого сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» вы сможете уже 19 мая. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!